Телеканал КРТ представляє. Здравствуйте, вы смотрите программу «Без протокола». С вами я и ведущий Дмитрий Василец. И сегодня у нас в гостях необычный гость. Это Георгий Тука, политик, бизнесмен, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. Здравствуйте. Добрый день. И вот я понимаю, что когда вы приходите на эфиры телеканалов, вы уже понимаете, что тема это будет Донбасс, это уже будет Минские соглашения, в основном, да, конечно. Это уже будет конфликт России, Украины, Евросоюза, Америки и так далее. И вот, к сожалению, мы не можем эти темы обойти стороной, и обязательно как бы приходится все-таки возвращаться к ним и разбираться в причинах этого конфликта и в возможных вариантах решения этого конфликта. Поэтому вот первый такой вопрос, вот как вы лично относитесь к военным базам заграничных стран на нашей территории? Нормально. Если речь идет о базах стран-участниц НАТО. Потому что, с моей точки зрения, это увеличение обороноспособности нашей страны. Ну, а и у нас же, получается, есть уже пример с Крымом и военной базой на нашей территории. Неужели у нас история ничему не учит, и мы таким образом позволяем на своей территории другим странам держать войска? В отличие от ситуации в Крыму, мне неизвестный случай, когда наличие баз НАТО способствовало аннексии или оккупации той страны, где они размещены. Ну, если вот брать просто историю блока НАТО и участие этого блока в тех или иных конфликтах, сложно назвать их как бы мирным блоком, который всегда преследует интересы членов-участников. Особенно вот если брать ситуацию в Ливии, в Югославии. То есть говорить о том, что эти ребята условно хорошие, а те плохие, я бы не стал все-таки. А как вы считаете? Я думаю, что на таком уровне вообще использование термина «хорошие» или «плохие» или «наши» или «не наши» — это вообще нецелесообразно. Как говорил Черчилль, нет постоянных друзей, есть государственные интересы. На сегодняшний день интересы Украины, с моей точки зрения, они фактически параллельным курсом идут с интересами стран-участниц НАТО. Между прочим, не надо забывать, что блок НАТО сейчас так разросся, что и в самой структуре нередко возникают, мягко говоря так, альтернативные точки зрения на решение тех или иных вопросов. Вы имеете в виду, наверное, Ливию, когда, получается, и не только одни страны НАТО поддерживают одну сторону, и не только Ливию. Банды, если взять, вы упомянули Сербию, там тоже была непростая ситуация. Если вспомнить Ирак, там тоже была непростая ситуация. Если вспомнить единственный, по-моему, в истории военный конфликт между странами-участницами НАТО, это Британия и Аргентина, было и такое в истории. Сейчас очень непростые, между прочим, отношения внутри НАТО связаны с действиями Турции. И не только в связи с действиями Турции в Сирии, но и в связи с внутриполитической ситуацией в самой Турции. Это касается не только курдов, а вообще... Ну, как правило, все страны НАТО, они исповедуют исключительно демократический способ управления государством. И сейчас тот режим, который существует в Турецкой Республике, многие страны НАТО его открыто критикуют, не считая его соответствующим тем стандартам, которые декларируются этим блоком. Поэтому ситуация внутри самого блока тоже очень непростая, она постоянно меняется. Ну, демократия, на самом деле, понятие растяжимое. Если сравнивать, как Эрдоган разгоняет протесты, да, как сравнивать, как это во Франции делает Макрон, как бы понятие демократии не настолько расплывчатое, что просто... Согласен, да. Но если вот брать, например, конкретно пример с Югославией, и что потом случилось с этой страной, не считаете ли вы, что как раз именно НАТО заложило вот такой пример, как можно играть понятием народа на самоопределение в ситуации с Югославией и частями ее, и Крыму. То есть, получается, прецедентом все равно был раздел Югославии и самоопределение неких областей Югославии, а уже под кальку этого конфликта сработали и в Крыму. С юридической точки зрения это не имеет ничего общего, потому что надо помнить всегда и не забывать, что Югославия — это была социалистическая федеративная республика Югославия, которая составляла не из областей, не из автономных республик, а из республик, имеющих право на самоопределение. Точно так, как в свое время Советский Союз. И вооруженный конфликт между участницами вот этого государственного образования, он начался задолго до вмешательства НАТО. Задолго, за годы до того, как. Но мы увидели его итог, когда уже НАТО начало бомбить Югославию. Не Югославию, а Сербию. Тогда это Сербия — это была часть Югославии. Там я очень хорошо изучал этот вопрос, неоднократно бывал и в Сербии, и в Хорватии, и в Боснии. Вот только где не было, так это в Косово. Вы вот правильно говорите, что вот тогда вот она была и состояла из автономных республик, и поэтому это имело место быть, правильно? Так. Но ведь у нас же в Конституции Украины там записано, что Крым — это автономная республика. Но при этом записано, аналогия, что Украина — это унитарное государство. Это раз. А во-вторых, ни в одном юридическом документе не записано право выхода Крыма из состава Украины. Там у нас точно так же... В отличие от Конституции Советского Союза. Точно так же ни в одном у нас документе юридическом нету прописанного четко вот процедуры, как проходил Майдан и как переходила власть к президенту. Да. И как раз этими и коллизиями воспользовались. И все-таки, если вот брать примеры, как вот были вот международные прецеденты в Югославии, Россия, кстати, тоже в своей официальной позиции часто ссылается на международный прецедент в отношении части территории Югославии бывшей. И это используют как аргументацию и доводы на международной арене. И сейчас, получается, вот этого блока у нас на территории Украины уже, по сути, есть в Явровском полигоне, там постоянные военные базы, и в Очакове. Это нормально? Ну, называть фактически... присутствие нескольких десятков офицеров, которые занимаются подготовкой военнослужащих базами НАТО, это, мягко говоря, преувеличение. Ну, если брать говорить о базах данные, НАТО, там как минимум сотни человек. Самая крупная база НАТО, зарубежная, это находится она в Германии, Рамштайн. Сейчас, насколько мне известно, решен уже вопрос о ее ликвидации. И часть этой базы будет перебазирована в Польшу. Расчетное количество военнослужащих, которые будут находиться на территории Польши, подчеркиваю, это база не НАТО, а база Соединенных Штатов. То есть это даже разные вещи. Это разные вещи, да. Это один из субъектов НАТО, вместе с тем и Федеративная Республика, да. И Польша, это члены НАТО, и Соединенные Штаты тоже. Конечно. То на территории Польши будет дислоцировано по первоначальным планам на сегодняшний день минимум 1500 военнослужащих Соединенных Штатов. Поэтому говорить о том, что в Явореве или в Одессе находятся базы НАТО, но это, мягко говоря, преувеличение. Ну, дело в том, что если брать официальные, опять же, новости, то там как минимум сотни, но не десятки. Сотня инструкторов. Которые постоянно ротируются, да, и там увеличивается сотня, 500 человек, сотня, тысяча человек. У меня таких данных нет. И так далее. Просто настолько часто проходят всевозможные учения. То, что я видел своими глазами, речь может идти о 2-3 десятках людей. Это то, что я видел своими глазами. А говорить о сотнях, ну, у меня таких оснований нет. Но, тем не менее, вот как вы считаете, есть ли опасность для Украины, что на нашей земле находятся иностранные войска? Я такую опасность абсолютно не вижу. Я вижу опасность в том, что на территории моего государства находятся российские войска и, иностранные, по сути. Прокси формирования российские. Да, в этом я вижу опасность, и это из причины войны. А что касается участников, военнослужащих участников НАТО, там Соединенные Штаты, Канада есть, британцы, немцы, литовцы, поляки, я в этом не вижу никакой опасности, наоборот. Еще раз подчеркиваю, с моей точки зрения, это только лишь способствует увеличению обороноспособности. Угу. Ну, то есть, получается, в отношении России это опасность, конечно. А в отношении тех самых армий НАТО агрессор, это не опасность. Конечно. Вот, например, Каддафи с вами бы не согласился касательно того, что НАТО — это не агрессор. Тогда была нормальная, сильная страна, сейчас там правят банды демократические, они по-разному себя называют, там сложно уследить за сменой названий. Вполне согласен, да. Я тоже не в восторге от того, что произошло с страной после свержения режима Каддафи. Абсолютно не в восторге. Более того, мой жизненный опыт связан каким-то образом с Востоком, например, Я был в Каире как раз в тот момент, когда там происходила революция на площади Тахрир. И сам я бывал на площади Тахрир. Параллельно с этим происходили события в Ливане, потом в Ливии. И мне все эти события очень близки. И с одной стороны, как в первую очередь, наверное, как человек, который себя отождествляет с европейской культурой и с демократическим образом управления страной, мне не импонируют ни те режимы, например, которые существовал в Египте до свержения Мубарака, ни режим Каддафи. И тем не менее, вот я когда жил в Египте, у меня были очень хорошие отношения, дружеские отношения с целым рядом семей египетских коптов. Это христиане, древнейшая ветвь христианства, которые живут на территории современного Египта и которые довольно-таки часто подвергаются разным нападкам и насильственным действиям со стороны исламистов. Исламисты, с моей точки зрения, не имеют национального какого-то окраса, это просто религиозные фанатики. То когда вот эти вот молодые копты, они очень, подавляющее большинство из них имеют очень хорошее образование, европейское, американское, канадское, итальянское, немецкое, британское. Когда они вышли, ведь в принципе, если говорить о египетской весне, то первым двигателем египетской весны были как раз именно молодые христиане. В первый день именно эти молодежь. И это привело к исламизации, приходу к власти братьев-мусульман, и только после этого уже к военному перевороту. И самое удивительное, что когда я разговаривал с этими молодыми ребятами, я их пытался убедить именно о том, что такой сценарий в вашей стране и будет. То есть вы выступали против Майдана в Египте? Да. Да. Так а почему вы поддержали Майдан тогда в Украине? Потому что национальные традиции нельзя сравнивать. Естественно. Понятно. Я рассказал, что я приверженец демократического образа управления страной. Но демократический способ управления страной, он применим далеко не каждому, не то что даже государству, а народу. Есть исторически сложившиеся методы управления государствами, народами, населенными пунктами, которые далеки от демократии, которые люди просто не примут. Я понимаю. Ну и получается тогда агрессор демократический, он тогда лучше, чем агрессор какой-то другой. Не имеет никакого, с моей точки зрения, значения. Если это агрессор в отношении Ливии, Югославии. Да, в каких-то определенных случаях я согласен. Пускай по я абсолютно согласен с тем, что в каких-то определенных случаях блок НАТО выступал в качестве агрессора. То есть, по сути, в Украине сейчас выбор между или одним агрессором, или другим. Ну, если использовать такую риторику, то не агрессоров в истории человечества не существует. Я рад, что мы в этом пришли к... Абсолютно. Я хотел бы напомнить нашим читателям, что гетман Сагайдачный – это не только флагман украинских военно-морских сил, но это и тот гетман Украины, которому платил дань московский царь. Об этом тоже не надо забывать. Когда возле арки дружбы народов нам рассказывают о братском едином народе. Далеко не все так просто в истории наших народов. Ну, пускай история остается историком, потому что вот у нас настолько часто ее переписывают, что в ее подлинности уже может усомниться даже самый отъявленный любитель история во что-нибудь поверить. История вообще, с моей точки зрения, не только с моей, это субъективная наука. Вот есть науки объективные, да, математика, например, физика, химия. А есть науки субъективные, которые основаны на точке зрения того, кто излагает эту науку. Философия, история, гуманитарные науки. Поэтому ничего в этом удивительного абсолютно не вижу. А давайте порассуждаем тогда вот на тему демократии и демократических принципов управления. Если вот мы возьмем и просто проанализируем, как протесты подавлялись на Майдане режимом Януковича, как это происходило при Порошенко, тоже подавление при режиме Порошенко, все это дело. Как происходили подавления протестов в России и в той же Европе или в Соединенных Штатах. Объективно и в России, и в Украине ну просто очень мягко подавливались протесты. Ну просто очень. Если сравнивать с демократическими странами, там с людьми не церемонились, там и открывали огонь, стреляли, что только не делали, там били, все это на камеру есть, и очень много вот фактов всего этого дела. И вот у меня, как у человека, который просто смотрит и сравнивает, а ведь все же познается в сравнении, мне почему-то кажется, что Российская Федерация и Украина гораздо более демократичны, чем Соединенные Штаты или Франция. Ну, я бы не делал таких параллелей, хотя бы потому, что ведь демократия, не надо отождествлять демократию с вседозволенностью и с мягкостью. Все дело в том, что с моей точки зрения, я не знаю, как в России, меня это мало интересует, но у нас в Украине достаточно, с моей точки зрения, очень близка нам фраза о том, что жесткость законов как-то там компенсируется необязательностью их исполнения. Вот. Увы, это реалии сегодняшнего дня, далеко не сегодняшнего, к сожалению. Я никогда не скрывал, что я много лет говорю о том, что я сторонник закона. И действительно, закон должен быть один для всех. Не должно быть у нас исключений. Ни по политическим мотивам, ни по каким-то гендерным признакам. Должен быть один закон, которому должны соответствовать все. Если начинается неисполнение закона какой-то одной группой людей, то это неизбежно порождает, подчеркиваю, неизбежно к конфликту в середине всего украинского общества. Ну, собственно, у нас похожая ситуация была и на Майдане, которая к этому привела. Да. И у нас даже сейчас, если вот взять отдельные группы националистов, они тоже нарушают законы, им за это абсолютно ничего нету. И это что же, опять же, ведет к конфликту, который, опять же, ничего хорошего для нас, как для страны, он не несет. А как вы к этому относитесь? К такой политике государства, которая вот преемственная вот от Порошенко, эта ситуация была, и уже у Зеленского аналогичная история. К сожалению, вот с моей точки зрения, у нас в истории нашей независимой страны еще не было хотя бы полугодия, когда бы власть, не имея значения фамилии, исполняла все законы. Ну, попробуйте привести мне пример, и я его тут же опровергну. Начиная от того, независимость нашу я не могу привести. Начиная от того момента, что ведь первопричиной появления людей на площади независимости, на Майдане, стали не действия полиции, ну тогда еще милиции, да, а действия в первую очередь самого президента Януковича, который волевым решением изменил национальный вектор развития государства, но еще и при этом нельзя забывать, что это происходило на фоне тотальной коррупции, которая превратилась в национальную политику власти и о которой знали и понимали даже дети в школе. Не, ну после победы Майдана эта ситуация ухудшилась. И ну, с моей точки зрения, уже, нет. Это же не национальная политика, нет. Национальная идея стала. С моей точки зрения, нет. Я работал внутри власти. И ну, по моим оценкам, минимум процентов 75-80 людей, которые работали во властных структурах, ну, многие и сейчас работают, я имею в виду, на среднем уровне. Это абсолютно честные, порядочные служаки. И говорить о том, что стало хуже, нет. С моей точки зрения, стало лучше. Нет, однако люди... далеки мы до тех идеалов, которые я, например, отстаивал, сам принимая участие в революции достоинства. Ну, если вот даже вот просто анализировать, вы же опять же со мной уверен, что согласитесь, у нас... коррупцию легализировать уже принято, потому что когда мы видим зарплаты по полмиллиона, по 500 там, тысяч гривен по миллиону в месяц, когда мы видим премии по 200-300% чиновников, которые сами себе ее начисляют, у нас эту коррупцию уже легализировали. Зачем воровать, зачем подставляться и делиться с правоохранителями, если у нас просто ее легализировали? Могу рассказывать эпизоды из личного опыта, да, чтобы не теоретически, а на практике. Касаемо, например, зарплаты. Я, работая заместителем министра, у меня зарплата была 22-23 тысячи. Это в декларации все отражено. И никаких умопомрачительных премий мы никогда не получали. Хотя параллельно с нами, параллельно в других министерствах такие случаи были. Вместе с тем, чтобы просто все понимали, что такие премии выписываются, во-первых, в рамках действующего законодательства. Человек не нарушает закон, если он выписывает своим сотрудникам эту премию. Я же про это и говорю. Кроме одного момента. Министр сам себе такую премию выписать не может. Вот если он это сделает в отношении самого себя, тогда это будет прецедент, которым будет разбираться НАБУ и НАЗК. Когда я был главой Луганской военно-гражданской администрации, у меня зарплата была 5,5 тысяч гривен. Порядочная зарплата. Да, мне не хватало даже на то, чтобы гостиницу оплачивать. Я потом, мы нашли с ребятами заброшенный, ну не заброшенный, а пустующий пансионат, там поселились, там я платил 1500 в месяц. Я не считаю, что низкая зарплата чиновника – это идеал, к которому мы должны стремиться. Не низкая. Абсолютно. Хотя бы вместе с тем, вменяемая. Ну, вменяемо. Что в вашем понимании вменяемо? С моей точки зрения, человек... Вот 47 тысяч гривен, как по мне, вменяемая зарплата. По мне нет. Для такого уровня чиновников нет. Как по мне, специалист такого уровня, если мы хотим спрашивать с него, не просто отбывать время, да, там, на должности для того, чтобы потом делать какую-то политическую карьеру, а для того, чтобы иметь возможность реально с него спросить. С моей точки зрения, зарплата такого чиновника должна быть, ну, от 5 до 8 тысяч долларов. И это нормально. Подчеркиваю, таких людей, ну, 10 на всю страну. Вот. А у нас их почему-то не 10 на всю страну. Это другой вопрос. Получается, штат этих чиновников, которые сами себе назначают зарплаты, больше, чем получают политики в Европе, у которых все нормально с экономикой. У нас, извините, но это, по сути, легализация коррупции. Зачем брать деньги, если можно их брать просто официально и просто, чтобы даже не имели права правоохранители к тебе прийти и спросить. Не надо даже... Что с ними делиться даже не надо было? Еще одна ошибочная точка зрения, что уровень зарплаты чиновника, он каким-то образом влияет на уровень коррупции. Из личного примера. Мне предлагали 1 100 000 долларов взятку за одну мою подпись, когда я работал главой Луганской военно-гражданской администрации. Документный взаимозачет по... документообороту, да, он предполагает, что сначала свои подписи ставят снизу вверх сотрудники. Когда мне принесли на подпись этот документ, из 10 подписей 9 уже стояло. В том числе тех людей, которые по должности, по положению должны были бороться с коррупцией в Луганской военно-гражданской администрации. Оставалась одна моя подпись. Мне за эту подпись предложили 1 100 000 долларов. При зарплате, там не проработали. При зарплате 5,5 тысяч гривен. У меня вопрос. Какую, если сопоставлять уровень коррупции с уровнем зарплаты, какую нужно мне платить зарплату для того, чтобы я не покусился на такую взятку? Ну, нету такого. Здесь вопрос не в уровне заработной платы. Хотя уровень заработной платы... Хотя бы в ответственность. Ну, или, вернее, как уровень заработной платы, с моей точки зрения, он должен быть таким, чтобы человек, который всецело должен посвящать себя служению государству, он не должен думать о том, как прокормить семью, как заплатить за квартиру, как заплатить за обучение ребенка, как заплатить кредит за автомобиль, за дом. То есть о насущных проблемах этот человек думать в момент исполнения наивысших государственных обязанностей он не должен. Он должен полностью себя отдавать служению государству. Вот этот вот лаг я оцениваю 5-8 тысяч на сегодняшний день. Мне кажется, как в Европе. Ну, в Европе есть разные случаи, не надо, ну, так 5, тоже. 5-8 тысяч есть зарплаты выше. Хороших чиновников, да, европейских. Есть выше. Да. Есть, я знаю, людей 17 получают евро. Есть ниже. В разных странах по-разному. Плюс разные социальные пакеты в разных странах по-разному. У нас еще очень часто отождествляют коммерческие должности с государственными. Это абсолютно неправильно. Например, у нас очень часто любят, разговаривая о зарплатах чиновников, приводить в пример членов наблюдательных советов. Укрзалезницы, банков, НАБУ, не НАБУ, где не, там, они просто, Укроборонпром. Да, они просто получают государственные же деньги. Да, но собственно, они не государственные служащие. И это удобно юридически, но согласен, по факту народу вот этого мне тоже это не нравится. И более того, да, мне очень не нравится, что в среду членов наблюдательных советов вот этих вот монстров государственных попадают, с моей точки зрения, абсолютно никчемные, случайные люди. Это же не случайно. Но мне непонятно. Вы же прекрасно знаете, почему они туда попадают. Если честно, не знаю. И никогда не спрашивал. Ну ладно, я понимаю, что вы не хотите делиться своими догадками. Поэтому... Я могу общаться с Айварасом Абрамовичусом, но я никогда в жизни не задам себе вопрос, что у тебя делает там наем. Ну, потому что я прекрасно понимаю, как взрослый человек, что откровенно мне Айварас не ответит, оставить его в неловкое положение зачем? Хорошо. То же самое, я, например, общался в свое время хорошо, нормально по работе с Кравцовым, но мне бы никогда и в голову не пришло зайти к нему и спросить, слушай, а что у тебя делает Лещенко? Он у тебя что там, буксы проверяет или... запиливает напильником квадраты на колесах? Понятно. Дойдем к следующему вопросу. Вот Украине очень модно говорить о том, что вот мы вернем Крым, вернем Донбасс и так далее. А вот с вашей точки зрения, возможно ли это сделать, когда у нас в экономике просто крутое пике? В данный момент, конечно, если реально смотреть на вещи, то нет. Это связанные между собой вещи. Я бы сюда добавил еще третью составляющую, потому что нельзя только рассматривать, опять-таки, Украина в... Глобально ее нас надо рассматривать в глобальном мире, потому что мы не изолированы. И наш внутренний кризис – это только лишь одна из причин, по которым мы сейчас не в состоянии это сделать. Существует еще целый ряд причин. Это, ну, скажем так, достаточно прочное положение режима внутри Российской Федерации. Это ряд международных вызовов, которые стоят перед всем международным сообществом, не только пандемия, целый комплекс, которая проблему Украины на сегодняшний день с, скажем так, с топ-5 проблем отодвинули, может быть, даже на топ-15. Есть ряд политических факторов. Мы можем на эту тему говорить долго, в том числе и о коррупции. И, к сожалению, мы очень часто, идеализируя западный мир, ставя его в пример, мы забываем или стесняемся говорить о том, что коррупция присутствует и там. Но если и даже... тут ничего сверхъестественного в этом нет. Но если даже просто анализировать дела. Вот, например, Польша простили... порядка 80 миллиардов евро и пошли дальше. Да. Это дало им возможность развивать экономику. И если бы они действительно были нашими партнерами, нашими друзьями, тогда бы нам не делали такие экономические ограничения. А такое ощущение складывается, что непонятно еще, кто больше агрессор. Во-первых, Польша член ЕС или Российская Федерация. Польша член ЕС и член НАТО. Мы не члены ЕС и не члены НАТО. У нас в Конституцию записано, путь прямо туда. Мы можем написать на сарае, а там внутри совсем другое содержание. У меня свое мнение по поводу содержания, внесения этого пункта в Конституцию. Я его не скрывал еще, когда пребывал во власти. К тому же Польша до сих пор остается самым крупным донором, не донором, а реципиентом ЕС. По удивительной случайности. Ну, я не знаю, я никогда так детально не изучал внутреннюю политику Европейского Союза. В конце концов, у нас своих проблем хватает для того, чтобы погружаться еще в изучение чужих каких-то соседних проблем или проблематики. Конечно, я был бы счастлив, если бы нам удалось получить такие инвестиции, как получила Польша. Вместе с тем я прекрасно себе отдаю отчет, что сравнивая уровень коррупции у нас и в Польше, ну это просто, как говорят в Одессе, две большие разницы. А точнее говоря, разница измеряется кратно. В 100 раз, в 1000 раз, в 100 000 раз. Может быть, просто это выгодно. Когда в Украине выделяют деньги, часть из них возвращается обратно в виде черного нала европейским чиновникам. Есть такое. А часть остается у нас. По крайней мере, такая офшорная зона. Я слышал о таком, да. Я слышал о таком. И я сам, между прочим, поднял вопрос о том, что коррупция есть и среди европейцев. Между прочим, я разговаривал не один раз с, ну, условно говоря, правильными европейцами, да, которые не поддались искушению, то они сами признают, что те из них, да, ну, далеко не все, так же, как и у нас в украинской коррупции, ну, далеко же не все, не каждый задействован, то они сами знают случаи, когда, скажем так, те европейские служащие или чиновники, или дипломаты, которые попадают в нашу среду, эта среда их поглощает и вовлекает. У себя на родине они никогда в жизни такого позволить не смогли. Даже и мысли такой не возникало. Но проработав определенное время в среде, опять-таки возвращаясь к вопросам о масштабах. Ну хорошо, возьмем, например, там какого-то чиновника немецкого, который работает в Украине. Нет, это понятно. 8000 евро и 1 000 000 евро. Это, вот, как говорят в Одессе. Да, две большие разницы. Поэтому мне неоднократно рассказывали о том, что известны случаи, когда те европейские чиновники, которые работают у нас в Украине, что они, некоторые из них принимают участие в различных коррупционных схемах. В том числе и, например, по выделению разных грантов. Хотя, ну, опять-таки, я думаю, это будет абсолютно неправильное передергивание, если мы будем говорить, что все гранты распиливаются. Абсолютная ложь. Не, ну мы же видели Майдан, не все. Далеко не все. Более того, еще работая в министерстве, мы тоже получали в министерстве гранты, не в виде живых денег, слава богу. Может быть, вообще это единственный случай в истории нашего государства. Когда мы прибыли в министерство, ну, ничего, пустое помещение, вообще пустое помещение, то я мебель, свой кабинет купил за свои личные деньги, так и оставил. А стулья в кабинет мне покупали американское агентство USAID. Компьютер рабочий покупала USAID. Первое время бумагу, пищую бумагу, нам приносили из посольства Швейцарии. Я не думаю, что у кого-то было бы искушение стырить, например, там, из 4 пачек бумаги 2 домой. Да и стулья все, они же все пронумерованы остались на месте. Так же, мы же не знаем, за сколько эти стулья купили, эту бумагу и компьютеры. Меня это, честно говоря, не интересовало. Я не зря сделал акцент, что мы получали эту помощь не деньгами. Да, поэтому часть коррупционная составляющая, потенциальная, она находилась просто не в вашей компетенции. Это не моя проблема, это проблема уже тех людей, которые выделяют эти средства и обязаны их контролировать. А если вот перейдем к другой теме, я боюсь, что сейчас могу сказать какую-то крамолу и так далее. И вот у нас вот модно в Украине, особенно вот по телевизору, разные эксперты, я уверен, что вы тоже часто повторяли этот тезис, что Украина воюет с Россией. Конечно. Я видел, как Россия воюет в Грузии. Много видеоматериалов, там, отчетов, разборов и так далее, анализов экспертов. Я видел, как Россия воюет в Сирии и сейчас. И если просто сравнить, то Россия не воюет в Украине. Ну, просто не соглашусь абсолютно. Аргументируйте, потому что там действительно мы видим бомбардировки. Во-первых, военные действия с точки зрения военной науки, они имеют разную классификацию. А где-то это международно зафиксировано? Да. В ООН или где? Нет, это... Ну, вот я ООН не знаю, я же не специалист в международном праве. Это общепринятая классификация в среде военных экспертов на уровне академий. Это, я говорю, не какие-то военные тайны. Да, да, конечно. То, что происходит сейчас у нас на Востоке, начиная примерно с, наверное, все-таки с конца 2015 года, по международной классификации военных конфликтов, это называется военный конфликт низкой интенсивности. Вот и все. Это совсем не означает того, что против тебя не воюет конкретно какая-то страна. Это первое. Второе. Если взять период 2014 года, существует масса фактов, причем задокументированных, присутствия российских военных на территории Украины, в том числе с тяжелым вооружением. Не, хорошо. Дальше. А в международном экспертном сообществе и сейчас это уже зафиксировано как одна из технологий. Речь идет о так называемом использовании прокси-формирований. Мы сейчас только об этом начинаем говорить, только лишь потому, что это коснулось непосредственно нас. Но, в принципе, эта технология, она уже давным-давно известна, успешно отработана. Хорошо. Между прочим, можно ее параллельно рассматривать и с точки зрения даже нашей собственной истории войны, начиная с наполеоновских войн. Хорошо, тогда речь вот... Речь о партизанах. Да-да, если вот продолжать... Партизаны — это не комбатанты. Понятно. Это не члены армии государства. Я понимаю. Тем не менее, это воюющая сторона. Если продолжать эту логику, значит, в Сирии воюет Россия с Соединенными Штатами Америки. Опосредованно, в таком же раскладе, как у нас Россия, условно. Опосредованно, да. В таком, если вот продолжать эту логику, не только Россия, Франция воюет против Италии и Турции в Ливии. Да. Если вот брать конкретно Йемен, там, получается, Саудовская Аравия воюет с Ираном. Да. И получается, таких войн, как на Донбассе, мы не уникальны, а это просто... одна из форм конфликтов, которые выгодны. Просто если вы сравниваете просто уровень интенсивности, мы сейчас об этом говорим, так у нас он ниже, оказывается. Мы в стране об этом сейчас говорим, только лишь потому, что сейчас это коснулось непосредственно нас. А в принципе ничего нового в этих технологиях, которые используются много лет, не существует. Но опять же, если даже сравнивать те конфликты, у них интенсивность гораздо выше, чем у нас. И нам, можно сказать, еще повезло, потому что мы можем рассмотреть конфликт Армении с Азербайджаном, ну, который 30 лет ничего не было, а вдруг раз позавчера или 2 дня назад очередной период эскалации, непонятно, во что выльется и чем закончится. И как-то стыдятся у нас многие эксперты говорить о том, что в принципе Армения оккупировала 25% территории Азербайджана. Нравится кому-то это или не нравится. Но это ваша субъективная точка зрения. Как это субъективно? Есть международно признанные границы государства. И там дальше можно уже разглагольствовать на любую тему. Есть границы, признанные международным сообществом. Все. Если вот опять же возвращаться к ситуации в Украине, то вот как вы уже, наверное, сами отметили, территории, где происходит столкновение крупных геополитических игроков, в основном-то потери несут они. И хуже всего этим странам, на территории которых происходят эти конфликты. И вот как вы считаете, все-таки в первую очередь, наверное, это ответственность местных наших элит, что они допустили на своей территории подобную ситуацию. То есть они сделали все для того, чтобы, по сути, Украина превратилась просто в территорию боевых действий. Да нет, я так не думаю. Я читал этот тезис Путина о том, что отношения Украины и России, мол, испортились задолго до Крыма. Ну, не задолго, он, я так понимаю, апеллирует к Майдану. Да. То я хотел бы... Ну, нет у меня возможности, в телефоне у меня есть фотографии из Донецка еще 2012 года, где заседает некое отребье, трибуны застелены флагом Российской Федерации и флагом Донецкой Народной Республики. 2012 год. Как человек, который последние годы посвятил немало изучению тех процессов, которые у нас абсолютно неправильно называются гибридная война, что война есть война. Она ведется разными способами, в том числе гибридными. Но мы уже перечислили, да, где и в какой форме. Далеко не все мы перечислили. Ну, конечно, далеко не самые все. Яркие. Потому что мы уделяем больше внимания применению вооруженной компоненты. На сегодняшний день, даже если изучить доктрину Российской Федерации и работы генерала Герасимова, то на официальном уровне российское милитарное министерство осознает и признает, что на сегодняшний день 80% успеха в реализации стратегических задач государства осуществляется не военными методами воздействия. Ну, это так, как НАТО расширялось, кстати. А мы по-прежнему обращаем внимание исключительно на военную компоненту в том или ином государстве. И вы абсолютно правы, потому что если, опять же, просто взять и проанализировать стратегию развития НАТО и натовских баз, это точно так же, там даже на 100% сыграла компонента, которая идет абсолютно без вооружения. И страны Конечно. Сами открыли двери и позволили разместить натовские базы у себя на территории. Конечно. И Россия, скорее всего, тут в роли догоняющей этой вот как раз вот войны нового поколения. А в приоритете, получается, на практике, то, что вот без войны фактически расставить свои базы на территории, это, конечно же, страны НАТО. Ну, во-первых, это суверенное право любого государства, независимо от того, является оно вашим соседом или нет. Вам лично это может безусловно. Нравиться или не нравится. Мы сейчас не говорим про юридическое поле, мы сейчас говорим про данность, которая уже произошла. Она, может быть, и дальше будет происходить. А может быть, будет сокращение блока НАТО. Позиция Франции регулярно меняется. То ведь у нас подавляющее большинство людей даже и не знают, что блок НАТО – это не чисто военный блок. Это военно-политический блок. И в политической составляющей тоже процентов 70-75 политической составляющей этого блока. У нас мало кто знает, что целый ряд миротворческих миссий ООН, например, осуществляется вообще без использования военной силы. Подчеркиваю, миротворческих миссий ООН, но без использования военной силы. Ну, у нас мало чего, к сожалению, люди знают. Время программы, к сожалению, ограничено, поэтому просто вынужден задать вам последний вопрос. Вот вы осознавали, к чему приведет Майдан в Египте. Да. И тем не менее, получается, вы участвовали, поддержали Майдан на территории Украины. Да. И результаты этого Майдана, если просто экономически даже посчитать, это просто катастрофа. Вы предполагали, что будет такое развитие ситуации? Нет, конечно. А что пошло не так? А что пошло не так? Ну, я даже в кошмарном сне себе тогда не мог предположить, что Россия развяжет войну на территории моего государства. Ну, если, получается, Украина меняет свой вектор, меняет что? Это наше суверенное право. Это не дает никакого, ни морального, ни юридического права соседнему государству начинать войну. Если, опять же, вот экономическая война у нас была еще и до Майдана. Да, была. И экономические войны – это вообще стандартно. И вообще да. информационные войны, да. они по-моему, не прекращаются. Они Совершенно идут вот просто регулярно, каждый да. день, каждую секунду. Да. И вот просто вопрос, опять же, к местным элитам. Они допустили, чтобы ситуация зашла до такого, чтобы на нашей территории выясняли отношения геополитические игроки. И мы уже объективно видим, особенно после пленок Порошенко-Байдена, что там действительно у нас в Украине после Майдана было чисто внешнее управление. Потому что если можно купить должность генерального прокурора, это, по сути, центральная должность в Украине, она решает абсолютно все. Если контролировать генерального прокурора из-за границы, ни одно уголовное дело против какой-нибудь банды коррупционеров, оно просто даже не откроется. И вы это прекрасно знаете. Я не люблю термин «внешнее управление», штамп пророссийских сил, точно так же, как не существует внешнего управления, точно так же, как не существует влияние. Абсолютно независимых государств. Это что, нейтральное слово «влияние»? Не существует абсолютно независимых государств. Ну, таких в природе нету. Потому что уровень глобализации современного мира, он исключает это. То есть, даже такое маленькое и богатое государство, ладно, как Ватикан, давайте так. оно тоже зависит. Процент зависимости нас, Украины, как государства, после Майдана значительно возрос. Причем возрос настолько, что из-за границы, по сути, контролировали генерального Я скажу честно, мне не очень импонировало содержание разговора. Я не был в восторге от того, что я услышал. Вместе с тем, у меня нет абсолютно никакой уверенности в том, что у предыдущих президентов не было таких же разговоров, только с другими президентами, которые потом пришли к нам с войной. Или которые пришли к нам с реформами, которые нам нужно делать для того, чтобы у нас было все хорошо, но почему-то, когда мы их делаем, становится только хуже. Ну, опять-таки, я бы не стал обобщать, что все плохо, все реформы плохие. Если брать децентрализацию, то я ее поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать. К сожалению, то, что сейчас провели зеленые, это кастрация децентрализации. Когда они просто у новообранных объединений граждан подбирали финансовые все рычаги распоряжения бюджетными средствами, ну, я думаю, за это их еще вперед ногами вынесут. Я думаю, что мы в следующей программе точно обсудим и эту тему, потому что время, к сожалению, очень быстро прошло. Спасибо вам, что все-таки были у нас на эфире, не побоялись прийти. Почему должен бояться? Ну, мало ли. Спасибо вам. Всего доброго. В программе сегодня у нас был Георгий Тука, политик, бизнесмен, заместитель министра с вопросом временно оккупированных территорий. Это была программа «Без протокола». С вами был я, ее ведущий, Дмитрий Василец. До скорого.